Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вновь приветствовать вас на моем канале. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А сегодня мы жарим рыбьи котлеты. Для этого нам понадобится где-то 600 грамм рыбы. Можно трески и еще какой-нибудь красненькой рыбочки кусочек. Ну, это как на вашем усмотрении. Я вот немножко добавила красной рыбочки. Прям маленький такой кусочек. И все уже я это провернула через мясорубку. Вот, смотрите. Где-то здесь грамм, может быть, 550-600. Для, значит, наших котлет понадобится вот рыбий фарш. Вот три таких кусочка хлеба. Луковичка. Одна картошка. Два яйца. Лук, перец, панировочные сухари и масло подсолнечное. Ну, поехали! Берем яйца, взбиваем яички. Соли добавляем, перчику добавляем. Размешиваем. Угу. Вот я порезала мелко лук. Луковичку нашу. Мешаю. Добавляю хлебушка. Включаем нашу горелку, наливаем масло, разогреваем сковороду и формируем наши котлетки. Пока сковорода не нагревается, мы формируем вот такие. Можно еще фарш добавить, картошечку для нежности, вот такой. Чтобы было нежное такое. Наш фарш, мясо, рыбник нежный. Все, будет разогрелась сковорода. Теперь кладем наши котлетки. Вот они такие красивые получаются. Угу, вот, смотрите. Жарим 10 минут. С одной стороны переворачиваем, жарим с другой стороны.